Свечи в автомобиле играют важную роль. Они создают искру, которая поджигает топливо-воздушную смесь в двигателе. Плохое состояние свечи, накопление на ней нагара, могут создать перебои, что вызовет неровную работу двигателя. Несвоевременная замена свечей – это сразу расход топлива увеличится. Машина может утром, особенно в холодное время, не завестись. Ну, так называемый как бы двигатель троит. Одна свеча вышла из строя, то есть двигатель начинает трясти. Работоспособность обычной свечи рассчитана на 10 тысяч километров. Современные производители автомобильных запчастей не стоят на месте. И на смену старым свечам с одинарным электродом уже давно пришли современные иридиевые и платиновые. Стоят они дороже, но прослужат дольше – до 60 тысяч. На обычных свечах быстрее происходит образование нагара, закоксовка их. Иридий сам по себе и платина отталкивает. То есть нет такого нагара. Из-за этого срок службы повышается. И в иридиевых и платиновых свечах используют несколько электродов. 2-3. Из-за этого повышается срок службы. В автосервисе вам могут предложить новое поколение свечей ТТ. Это универсальные свечи, которые подходят сразу нескольким автомобилям. Большое влияние на срок службы свечей оказывает качество бензина. Чем качественнее бензин, тем дольше вам не нужно менять свечи. А бензин низкого качества очень быстро выводит их из строя.